Всем привет! С вами канал «Счастливы в путешествиях». Краснодар. Приезжая в этот город, мы каждый раз испытываем положительные эмоции. На нашем канале вы можете посмотреть несколько готовых обзоров наших прогулок по городу, а также полетать над городом. В этом выпуске мы расскажем вам об отеле «Версаль», в котором мы остановились в нашем последнем путешествии и провели прекрасные 4 дня. Отель был построен в 2009 году. Из привлекающих плюсов мы отметили для себя его близкое расположение к одной из главных улиц города – Красной, о которой уже рассказывали в одном из прошлых наших обзоров. От железнодорожного вокзала добраться до отеля можно за 20-25 минут на такси. От аэропорта времени на дорогу уйдет порядка 40 минут. Отель приветствует своих гостей бесплатным трансфером от ЖД вокзала на такси. В 20 минутах ходьбы расположена чудесная кубанская набережная, словно сотворенная для душевных пеших прогулок. Мы приехали в отель, будем заселяться. Что там было про сюрприз? Сюрприз нам приготовил отель. Сейчас пойдем посмотреть. Всем привет! Какие розы красивые! Панорамные окна тебе всегда нравились, да? Дополнить рассказ об отеле согласилась замечательный управляющий отеля Инна. Здравствуйте, наши уважаемые гости. Я управляющий отеля «Версаль». Меня зовут Инна, и я хочу вам рассказать о нашем отеле. Наш отель «Версаль» – это прежде всего элегантный, роскошный и отменный сервис. Отель отвечает всем требованиям взыскательных наших гостей. Ресепшн отеля работает круглосуточно. Гости могут заказать завтраки из меню отеля. Также можно разогреть еду в микроволновке, воспользоваться термопотом, электрическим чайником, посуды. Наш номер. Посмотри, какой. Мне сказали, что он для новобрачных. Красивый. Розовые кусты, которые мне нравятся. Вот этот, Окно открывается. Оно чудесное. Смотри, как хорошо, птички. А кровать как тебе? Мне тоже нравится. Мягкий матрас, белье приятное. Он достаточно большой, вешалка одна только получается, но нормально. А ванную комнату смотришь? Там сюрприз. Как тебе? Очень. Вот это вот прям да. Самое лучшее. Джакузи, душевая, фен. При таком освещении. Можно найти нас через 2GIS. Опять же, там мы, у нас действует через 2GIS гибкая система скидок. То есть мы каждые 3 дня обновляем его, делаем скидки для наших гостей,
все так же привлекает к нам. На сайте «Островок», сайт 101 отель, One to Trip, Академсервис, Twill.ru, Суточную.ру. То есть, и также вот вы можете посмотреть на Яндекс.Бизнес, Яндекс.Путешествия, то есть, и многие другие. Большой, компактный, вот такая ванная. В принципе, почти во всех номерах такие душевые кабины, просторные. Плюс этого номера, что здесь есть выход на балкон. Конечно, здесь не хватает, может быть, стулья, столик, да, посидеть. Во всю ширину такой балкон. Я хотела бы такой балкон в нашем номере. Прям вот. Оп, смотришь. Оп, пошел туда. Оп, там пьешь кофе. Как тебе лестница? Лестница очень нравится. Мне очень нравится. И зеркало. Мне просто мне тоже очень нравится. Эхо панорамное окно, да, здесь прям? Да. Солнце. Сюда лучше вид. Опять же, Мара залы. Смотри. Мы решили прогуляться и посмотреть, что находится рядом с отелем. Кстати, недалеко трамваи ходят, так что можете на трамвае здесь прокатиться. Вы уже катались? Либо только на такси? Пока только на такси, но... Но вы можете на трамвае. Нам посоветовали обязательно зайти в местную пекарню. А продукты можно приобрести в супермаркете «Магнит». Наш отель вот такой сзади. Мы там живем, в Краснодаре. Панорамное окно мне нравится. Розочки мне нравятся. Пойдем внутрь. Наши номера оборудованы интерактивным телевидением, телефоном и высокоскоростным интернетом, системой климат-контроля. Наши гости очень приятно удивят специальные предложения отеля. Номера исключительно класса люкс, бизнес и комфорт. В вашем распоряжении факс, сканер и копир, а также услуги посыльного. Также мы можем предоставить услуги вам прачечной, круглосуточная охраняемая автостоянка. Номера готовятся к приему гостей. Мы обнаружили, что двери открыты, и тихонечко хотим пройти и показать вам еще другие виды номеров. Номер мне понравился с балконом. Балкон – это, конечно, дополнительный бонус. Вот отсюда мне нравится вид. Соседний участок, видимо, не принадлежащий отелю. Там потрясающий розарий. Я вот на него все время смотрю. Окно внутри номера. Тоже прикольно. Нужно открывать.
Не знаю для чего, но так может для красоты, хотя я думаю можно открыть на вот номер. Какая ванная комната? Как и у всех номеров, просторные душевые кабины. Из приятных бонусов для любителей животных. В отеле возможно размещение с питомцем весом до 10 кг за отдельную плату. Как отмечает управляющий отеля, абсолютно любая категория гостей сможет найти свой вариант проживания в этом отеле, учитывая программы лояльности и персонализированный подход к каждому гостю. Во всех номерах в ванных комнатах предусмотрен подогрев полов, и они оснащены гидромассажными душевыми. Дорогие наши гости, с радостью ждем вас в наш отель «Версаль». В любое время суток, в любое время дня и ночи мы всегда рады вам. Мы хотим поблагодарить отель «Версаль» за доброжелательный прием и комфортный номер, в который мы с удовольствием возвращались после прогулок по городу. Прелесть небольших камерных отелей в создании уютной и раскованной обстановки, в которой ощущаешь себя как дома. Мы прощаемся с вами, друзья. До новых выпусков наших путешествий. Оставайтесь с нами, путешествуйте с нами. До новых встреч. Пока-пока.